Поездки на трамваях становятся комфортнее, безопаснее и быстрее. В столице региона по обновленному участку улицы Новосадовой запустили тестовое трамвайное движение. В этом году от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной в рамках капитального ремонта заменили более 3 километров путей. Основные работы технические уже завершены. Осталось там несколько переездов, которые вот дорога пересекает трамвайные пути, доделать. Это там все технические моменты, которые будут устранены уже в рабочем порядке, но основной фронт работ уже остался позади. Поменены 2 стрелочных перевода, 6 крестовин. Было уложено 10 компенсационных участков рельсов. Основной проблемой на данном участке был поток воды, который весной заливал трамвайные пути. На данный момент данную проблему, я надеюсь, что мы решили, уложив дренаж и подсоединив его к ливневой городской канализации. Уже в среду по обновленному участку движение трамваев возобновится. В этот день будут работать и компенсационные автобусы. По отремонтированной дороге ехать всегда лучше, чем не отремонтированные. По ощущениям приятно. Не качает, не трясет. Осенью состояние путей проверят снова. Между тем, в текущем году финишировал только первый этап масштабных работ по капитальному ремонту трамвайной линии на улицу Новосадовой. В дальнейшем работа будет продолжена. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.